Вау, вау, ребята, вот так я могу драться, вот это да, я настоящий боксер. На, леща, леща ему. Ну что, ребятушки, мы валим на какой-то остров. Эй, че это, кто на нас нападает? Это мой первый фрукт, ребята, я нашел какого-то Бэтмена. Поздравляю с первым фруктом, да, ребятки. А теперь я ем вот этот фрукт от подписчиков. Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы с вами поиграем в Roblox режим под названием Blocks Fruits. В этот режим часто играет мой сын Саша, и я решил посмотреть, что же здесь такого интересненького. Итак, я зашел, и мне предлагают выбрать, за кого я буду играть. За пиратов, либо за моряков. Вот, смотрите, корабли ходят. Ладно, ребят, я выберу, наверное, пиратов. Будем, будем злодеями. Что? Это я так выгляжу? Чего? Чё за... Это типа пиратская майка на мне такая? Мне не нравится, как я выгляжу. Что за ерунда? Подожди, здесь все так выглядят или что? Эй, может у меня сбросился скин? Что за подстава? Что произошло? Ладно, я потом разберусь. Мне не нравится, как я выгляжу. Эй, так, куда я попал? Что делать, кстати? Так, чат можно вырубить. Меню, у меня есть 100 баксов, первый уровень, здоровье, энергия. Гость? Что ты хочешь, гость? Я не знаю, что ты хочешь. Подожди, есть какая-то атака? Вау, вау, ребята, вот так я могу драться? Вот это да, я настоящий боксер. Наверное, самая крутая атака. Есть еще что-то? Ну-ка, давай проверим. Вау! Вау! Ничего себе, и еще. Ground Smash, что такое на X? А, что-то 20 нужно. Мастерство типа 20 или что? Короче, я могу боксировать пока что и делать вот такие вот ускорения. А враги здесь есть вообще? А я почитал, в описании написано, что каждый час появляются какие-то фрукты и через 20 минут пропадают, ты их можешь найти. Рекрутер какой-то, что ты хочешь? Как с тобой вообще поговорить? О, вот, наверное, первые чуваки, с которыми нужно сразиться. Ну что, ты нормальный боксер? О, подожди, я хотел сначала поговорить с тобой, а он сразу в бой. Ну ладно, сейчас ты отхватишь. Ты знаешь, я знаю пару приемчиков. Сейчас серию пробью. Подожди, давай-ка мы свой проверим. Так, атаку. Иди сюда. Ну как тебе? Как тебе? О, понеслась. На, леща ему. Я победил. $141 у меня теперь. И прокачивается уровень. На. Вот так. Воу. Вот это он отлетел. Ребята. Неплохо. Мне начинает это нравиться. И еще я смотрел видосик, как-то мне попался на глаза, про фрукты 2-летней давности. И это фрукты, оказывается, из аниме. То есть плоды. One Piece. Я вообще в аниме не разбираюсь. Я вообще не смотрел. Ну, в детстве когда-то смотрел что-то и все. Вот. И там фрукты дают тебе какую-то силу. Каждый фрукт что-то, какие-то способности тебе дает. Вот. Нужно найти хоть один сегодня. Пока что я просто боксирую. Опа. Чемодан. Сундучок. Что это такое? Бам. 300 баксов. У меня уже 560 баксов. Я не знаю, куда тратить. Вообще не знаю, что делать. Просто бегаю в футболке непонятно. Это я не хочу так выглядеть. Что это за башни? И по идее, где-то же здесь валяются, появляются фрукты, которые я могу найти. Ускорения у меня нету. Так, давай уберем атаку. Я иду, я не знаю, какую-то башню. Пошли посмотрим, что наверху. Сундук нашел. Сундучок, сколько здесь денег? 800 монет. Если я спрыгну, я ж не разобьюсь. Ничего себе, я могу еще какие-то сальтухи там в воздухе. Меню, смотри, что светится, 3 штучки. Статусы, что это? Что это такое? Статус. А что нужно? 3 поставить? Все, нажал. Что-то купить можно. А, прокачка. Я поставил 3, на 3 что-то прокачал. Ребят. Я вообще как бомжара выгляжу в этой майке. Ладно. Так, еще 300 монет нашел. Ну, здесь, наверное, всякие выполнять квесты у этих чуваков можно. О, дай-ка мне эти мечи. Я вообще просто в рукопашку дерусь. А-а-а. Так, как мне отсюда уплыть?
Вон корабль стоит. Я хочу. Поехали. Можно? О, реально, я поплыл на корабле. Ничего себе, я настоящий пират, ребята. О, да, пиратский кораблик мой плывет. Я управляю им. Хорошо. Ну что, давай на этот... Че он утонул? А че он утонул? Это не мой корабль был? Я угнал его, типа? О, я могу из воды выпрыгивать. Ничего себе. Ладно, сейчас доберемся вон туда. До того острова. Так, ребят, я на месте, я на месте. Магазин какой-то. Нажмем. Что ты хочешь? За 150. Что это такое? 150 баксов. Давай купим. Что дальше? Что я купил? Я не знаю. А, корабль? Я купил корабль. Понял, понял. Все. Пусть стоит. Вот этот корабль теперь не пропадет, наверное. Разыскивается. Ничего себе. Кто это такие? Это настоящие игроки, походу. Все, на этом острове нет фруктов, я уплываю. Я ухожу отсюда, а... Обратно к себе? О, вот мой кораблик, подожди, он вообще как-то не пиратский. Вообще добрый кораблик, я же пират. Ладно. Вон, смотрите, какой-то замок. Пошли туда. Да, прям туда. И потом нужно прокачать нормальный корабль. А то что это такое? Никто не боится меня. Я еще в такой футболочке вообще стрёмный. Кто у меня украл футболку, я не знаю. Ребят, смотрите, как луна опускается. Тынь, тынь, тынь. Давай, луна, до свидания. Ничего себе, я приплыл. Как приплыл? Правильно говорить, пришел. На кораблях ходят. Ходят по воде. Это так правильно говорить. Понеслась, понеслась. Выгружаемся. Вообще, где люди? Где кто? Где мои фрукты? О, здесь другие боссики. Давай-ка проверим. Ничего себе, у них катаны есть. 120 уровень. Просто я рассыпался, как стекляшки какие-то. Появился. Ох, пушки. Ладно. Ребят, мне нужно найти свой первый фрукт. И это нужно вот так все исследовать, искать этот фруктик. Он может где угодно лежать. Что происходит? Кто здесь разрушает? Давай-ка зайдем. Здесь нет никого? Тин-тин-тин-тин-тин. Ребята, где фрукты? А, сундук вижу еще. А фруктов не видно? Короче, ребят, ничего я не нашел здесь. Или я неправильно ищу. И мы отплываем. Поехали. Парковочка. Выходим. Погнали. Искупнулся. Сундучок. Сюда. Здесь вообще никого нету. Из игроков. Ну что, пушки есть, фруктов нет. Вон там всегда восклицательный знак светится. Может, мне нужно было туда зайти? Я взял квест, ребята. Мне нужно завалить 5 чуваков? Вот этих? Ну пошли. Давай, 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 кулачные бои. Такой-то морячок, а я пират. Рассыпался. И может мне что-нибудь дадут за это? Ну, дадут, вон написано 350 монет и 300 прокачки. Новый уровень у меня. Давай качаем. Кстати, ребят, напишите в комментариях, что лучше тут качать. Давай вот это, всего понемножку. Где ты, где ты, где ты? Отдохни, ты устал. И вот здесь. Мастерство 5 у меня. Так. Давай, давай. Что ты валяешься, брейкдансер? Что тут за звук такой был? Много чего прокачалось. Хорошо. Ребят, качну вот это и вот это. Всего понемножечку качаю. Что-то мне дает еще плюс один. Ты кто такой? Эй, мужик, тише. Не трогай меня. Ладно, это все хорошо. Смотри, кораблей сколько прибыло сюда. А, здесь половина моих подписчиков, ребят. И Саша здесь. Что у него там за прокачки? Чего? Чего? У него 641. 641 тысяча чего-то. Эй. Короче, ребят.
мне мои ребята подсказали, что фрукт можно здесь купить, а вот еще один говорит, я могу тебе подарить фрукт. Гриб говорит. Так, а вот здесь можно продолжить. А, вот, смотрите, фрукты здесь можно за монеты купить, да, вернее, за доллары. Ладно, выйдем. И еще могут подарить мне фруктик. Так, а где Саша? Он не может меня найти. Короче, ребятушки, мы тут встретились, тут Саша уже подошел. Так, 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 так. Саша, ничего себе у него. О, пиратская накидочка такая. Пираты. А я, кстати, я пират или нет? Я до сих пор не понимаю. Я вроде как не пират. Вроде вы... Так, пираты. Я не пират. Или где я здесь вообще? Ладно, неважно, кто я. А, мне нужно найти... Мне нужно найти фрукт. Свой первый. Все, погнали, чуваки. Давайте. Корабли у них, кстати, все какие-то одинаковые. Все. Гоу, гоу, гоу. Ну что, ребятушки, мы валим на какой-то остров. Эй, че-то кто-то на нас нападает. Саша быстрее, чем корабль, долетел уже на остров. Да, он прокачан, конечно. Ну что? Ну что, ну что, ну что, ну что? Погнали, ребят. Так, выключаю чат. Тут постоянно что-то пишут. Ага, на этом острове, я так понимаю, много фруктов. Должно быть. О, ничего себе, обезьянки. Эй, обезьянка, подожди. На дереве должна сидеть, а не драться. Идем сюда, ребятушки. Я чувствую, скоро будет мой первый фрукт. Так, так, что нужно? О, чувак уже держит фрукт. Это вот такой. Как он мне его передал? Подождите. Так, нечестно, я хотел найти сам фрукт. Мне его принесли, ребята, мне принесли. Фрукт. Вот он как выглядит. Короче, ребят, я хотел найти свой фрукт сам первый, но в итоге мне принесли вот такой и вот такой. И походу я съем их, да. Все, поехали. Можно отказаться. Ну что, ребят, я пошел искать свой фрукт. На этом острове, походу, что-то есть. Мне, ребята, приносили фрукты, но я хочу сам найти. Мне не нужно. Мне не нужны эти вот подарочки. Я хочу первый фрукт найти свой сам. А, они здесь покупают и мне приносят. Нет, и мне нужно именно найти. Так, ребят, мы пришли тут на соседний остров. Здесь тоже обезьянки. И какой-то король обезьян. Иди сюда. Оу, король, подожди, он застанил меня. Оу, что он творит? Что он творит? Сейчас я ему объясню. Давай-ка сюда. Вот так вот я могу. Да, я понимаю, если он коснется просто пальцем меня, мне хана. Но тут мои ребята разобрались. Хорошо, фрукт я пока не нашел, ребят. А именно сам, как я хочу, я не нашел. Что твое... Кто поломал все деревья? Все, ребят, мы отчаливаем из этого острова. Тут нету фрукта. Все, поехали. А, погнали куда-нибудь в другое место искать мне фрукт. Короче, мы всей бандой нет, чтобы купить. Мы хотим найти, вернее, я хочу именно найти фрукт. Потому что это намного интереснее, когда ты вот первый фрукт, который найдешь, рандомно, что мне попадется, что я смогу найти. Курс прямо на фонтаны. Идем, ребятки. Смотри, какой у нас корабль, а вон сзади. Прикольно, можно прокачивать так вот корабли. Давай посмотрим, где он там, где он там. Он быстрее, он догоняет нас. Так, мы повернули. Что такое летит? Смотрите, че за звезда полетела. Это способность? О, а это какая-то пустыня, пирамида. О, ребят, может здесь будет мой первый фрукт находиться? Давай-ка мы найдем. Да, это пустыня. Локация пустыня. Это что? Это мой первый фрукт, ребята. Я нашел какого-то Бэтмена. Смотрите. Все, ребят, фрукт, который именно я сам нашел. Не подарили, ничего такого, не купил, а нашел. И я его ем. Я, правда, не знаю, как его есть. Вот. Ем. Ребятушки, что со мной будет, я не знаю. Я нашел фрукт, да, да, я нашел. Вот какая-то способность, что это? Ну-ка, нажмем. Оу, что это было? Она X. И что, ничего себе, крыльями что-то. Поздравляю с первым фруктом. Да, ребятки. О, да. Мой первый фрукт. И у меня теперь есть крылья. Нормально. А как их убрать? Как убрать теперь эти крылья? Ничего себе. Поздравляем. Да. Я не знаю, нормальный это фрукт. Или нет. Но я его нашел сам.
Класс. Подожди, крылья появляются и пропадают. А что оно мне дает? Я могу как-то, может, что-то выше прыгать, что ли, с этими крыльями? Смотрите, вот так я прыгаю. А крылья, если я уберу, то все так же. Я не знаю, что они мне дают. Просто когда появляются что-то. Ну что, ребят, мы выяснили, что крылья создают волну, при которой противнику наносится урон. И я еще, смотрите, заметил, что с крыльями у меня доступна вторая способность на X. Вот так стреляет. Если крыльев нету, то я не могу использовать вторую способность. Прикольно, прикольно. Теперь остается только испытать на врагах. Пошли-ка найдем кого-нибудь. О-о-о, какие-то мечники. 60-й уровень. Так. Подождите, подождите, не бейте. Я должен сам. О-о-о, чел. Они очень сильные. О, ничего себе, прикольно, я его отбросил, прикольно. Так, 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 вторая способность заряжается долговато. Ну-ка. Эй, оставьте мне кого-нибудь, вот этого. Класс, откидывает. Ну, это, наверное, урон небольшой. Так, 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 чел, чел, чел. Оу, фух, вовремя я откинул его. Хорошо. Но все равно, я и слаб, я еще слаб, очень слаб. Да и фрукт, наверное, не самый крутой это. Но самое главное, что он мой. Первый, найденный. Класс. Вот на этом маленьком островке. Сундуки забираем, по 260 здесь монет. И в принципе, теперь я могу и купить уже, либо взять подарочек. Смотрите, мне же ребята вот такие фрукты предлагали. Давайте я съем вот этот фрукт. Подождите, а как его теперь могу съесть? Так, ребят. Смотрите. Ну что, а теперь я ем вот этот фрукт от подписчиков. Нажимаю. Есть. Так. Так, ребятушки. У меня теперь какая-то другая способность. Dark Rocks. Что это значит? Проверяем. О, ничего себе! Вот эта штука! Пошли-ка разберемся с чуваками. Вы видели? Какая классная анимация. Эй, эй, где вы там? Появляйтесь. Это ты один остался? Иди сюда. Иди сюда. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, по урону я бы не сказал, что я сильно много ему нанес. Но этот фрукт явно круче. Но мне здесь нужно много мастерства. Потому что потом будут, наверное, очень крутые. Black спираль, черная спираль. Жесть, жесть, ребят. Ну что, и прикольненький режим. Прикольненький. Может, я в него и продолжу играть. Ну-ка. Только она косая. Куда я бью? Я хотел чувака. И рядом просто ударил, чтобы он испугался. Ладно, отчаливаем. Давайте я куда-нибудь... Ничего себе, ты капитан. Вот это корабль, да. Вот этот крутой корабль. Я за штурвалом. Ну что, ребятушки... погнали. Ничего себе, я впервые управляю таким здоровенным классным кораблем. Нормально. А куда мы идем? Куда мы идем? Мне нужно кого-нибудь побить. Так, так, так. Высаживаемся и погнали. Ну что вы, чуваки. Так, оставьте мне кого-нибудь. Оставьте кого-нибудь мне, вот этого. Иди сюда. Нормально, нормально. Так. Подождите, не бейте, не бейте, дайте мне его. Да, я уложил. Мастерство прокачивается. Тише, 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 у меня перезарядка. Очень долгая перезарядка. Эй, чел, оставьте мне кого-нибудь. Так, 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 это мой, это мой. Это мой дружочек. Нет, 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 не трогай его. Я его не прибил. Добью руками. Так, мастерство качается. Это мой. Кто-то использовал суперспособность. А, ладно, ребятушки. Короче, давайте на этом на сегодня нашу серию эту закончим. Я залетел в режим Blox Fruits. Если он вам нравится, то поставьте лайк и напишите, какой вот у меня этот фрукт, который сейчас. Вот с крыльями, который был и который сейчас. Какой из них лучше? И вообще, что здесь нужно делать, какие искать фрукты, как лучше прокачиваться.
И если будет много лайков, то я зайду сюда снова и буду дальше качаться. Вот, на сегодня на этом все. Пора заканчивать. Чуваки меня нашли. Они мне пока что помогают, потому что они прокачаны. Я нубасик. Вот такой вот нубасик в непонятной вообще майке. Где я ее откопал, даже не знаю, кто мне ее дал. Ну ладно, потом все исправим. Все, ребятушки, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, конечно же, ставьте лайк за режим. И увидимся в следующих видосиках. Всем удачи, до новых встреч, всем пока.